Всем привет, друзья! С вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием Seven Days to Die. Ну что ж, вот мы с вами и пережили первую кровавую луну, нашу первую орду. Ну, естественно, она была не какой-то там сложной, большой, сильной и так далее. Обычная самая орда, с которой мы с легкостью, в общем-то, с вами справились. Успели даже все подзалатать ночью. Ну, разобрались с лутом, конечно же, правда, там тоже, опять же, ничего такого сверхъестественного не было. Я потом еще с утра немножечко навел порядок в доме, все-таки сделал, скрафтил сундуки, по ним в них все разложил. Ну, как разложил, более-менее так растасовал, так скажем, да, чтобы по назначению было. Там даже пустых еще дофигища. В принципе, тут запчасти всякие разные с ружьями, тут тоже всякие компоненты лежат у нас. Всякая растительная штука. Ну и так далее. Короче говоря, чтобы более-менее было понятно, здесь, конечно же, сделал все для печек, то есть там металлы и прочее. Кстати говоря, по поводу металлов, мне бы не помешало немножечко... А, киркат у нас есть уже, отлично, супер. Так, мы это разберем, все, тогда обратно тебя отправляю. Так, и здесь сразу давайте все сюда, запихнем. Так, это я, пожалуй, заберу. И это у нас лежит, по-моему, где-то здесь. Да, пока еще, конечно, сам не ориентируюсь толком. Надо запомнить, где что лежит. Но потом, в любом случае, будем еще больше ящиков вешать. Здесь у нас, скорее всего, я думаю, станет химическая лаборатория. Тоже ящиков здесь для нее специально повесим. Тут можно еще будет ящиков повесить. Ну, посмотрим. Посмотрим по мере того, как дом будет расти, так сказать, укрепляться. Да, кстати говоря, надо будет все-таки укрепить его. Я думаю, это первая орда была, вторая, там и третья. Они все-таки уже будут, я думаю, проламываться к дому, как минимум. Но насчет третьей не знаю. Может быть, мы уже к тому времени, конечно, переедем. Хотя, честно говоря, не уверен. Но так или иначе, домик бы неплохо чуть-чуть бы укрепить. И сегодня у нас, ребята, день после Орды, это значит, что мы в 12 часов ждем с вами аирдроп, но, опять же, есть большая проблема. Наш мопед, он, по-моему, совершенно без топлива, и где-то если дропнется чуть подальше от нас, да, то мы уже с вами не сможем к нему доехать, сейчас надо проверить. Ну да, 7%. Ну, короче говоря, какой план действий тогда у нас сейчас с вами? Я думаю, мы сейчас бежим с вами в город, благо он здесь вот он рядом, пешком добежим, это абсолютно точно, поскольку у нас инвентарь большой. В принципе, так, только надо, наверное, поесть и попить. Попить у нас с собой 5 баночек еще есть, а вот поесть... Поесть, к сожалению, нету. Поесть нет, то это плохо. А, еще бы я сегодня, на самом деле, сделал огород все-таки. Я думаю, сделаю его вот здесь вот. Вот на этой полянке перед домом. Не знаю, даже грядок, наверное, по 50 единиц, наверное, на каждое сделаем. Кстати говоря, вот тоже по поводу грядок. Блин, мы с вами растеряли, походу, все семена, которые у нас были. Осталось только, да боже мой, где? Осталось только парочку вот кукурузы, это Golden Road. Ну, короче говоря, вообще очень мало всего, только деревьев много. Юка, пару семян осталось, из кофе можно сделать. Ну и так, чуть-чуть еще тут можно, в принципе. Ага, можно и чернику, да, голубику посадить будет. Ну, короче говоря, по мелочи осталось, и надо будет семена нам с вами поискать. Но это, в принципе, не сложно. Нам, опять же, просто нужно мопед съездить там в тот же самый пустынный биом. Да? Он, в принципе, не так и далеко. Ну, вообще-то нет. Далековато. Ну, может быть, здесь что-то еще расти будет. Ну, короче говоря, мы с вами в любом случае сможем съездить до нашего старого места, да, сюда. Пособирать там и алоэ, и юг, и всего остального. В принципе, и посадить, с этим проблем особо никаких нету. Господи, у меня постоянно рука трясется. Действительно, какой-то Паркинсон, блин, развивается. Ладно. Так, тут, в принципе, у меня еще на переплавку кое-что есть. Я думаю, можно включить, пока мы там будем бегать. Давайте вот так сделаем. Пускай печечка тоже... Ой-ой-ой-ой-ой. Пускай печечка работает, тоже не простаивает. Так, раз-раз. Давайте сколько-то, ну, минут, наверное, на 10 включим. Пускай горит. Все, по пути там, в принципе, можно будет еще и дерево порубить, если вдруг... Что? Так, потихоньку мы, в принципе, свой запас восстанавливаем, да, железом. Это хорошо, это замечательно. Я вот еще что хотел посмотреть. Когда мы там с вами сможем уже... Steel's Meeting. Вот, нам нужен... Ой, ёшки-матрёшки. Так, во-первых, Science на 3. Ну, это ладно, это мы выучим. Так, мы мерзнем или что? Я понять не могу. Да, блин, мы мерзнем. Какого черта? Я же вроде приоделся. Так, надо... ну вот, шмотки, собственно, тоже разделил. Давайте, наверное, рубашку все-таки оденем. Наденем. Оденем. Одеть на персонажа. Ну, вы поняли. Так. Вот так сделаем. Будем ли мы так мерзнуть? Нет, мы так греемся, но если что, мы с вами тогда, наверное, будем... Не, мы вряд ли здесь будем от жары погибать. Все-таки, скорее всего, от прохлады. Ну, я так думаю, нормально будет в рубашечке. Окей.
Вот, собственно, сейчас посмотрим, куда airdrop airdropнется, если так можно выразиться. Ну вот буквально осталось 2 минутки, сейчас самолет будет пролетать и куда-то он упадет. Ну, конечно, вряд ли он где-то прям перед носом упадет, придется все-таки побегать нам с вами. Ну, в любом случае, так, мы вообще пришли поесть. Опять заболтался и опять начинаю забывать, что я хотел сделать. Так, вот юг, кстати говоря, тоже можно высадить будет, да? Сразу надо семян, наверное, наделать. Airdrop. Ё-моё. Охренеть, как далеко. Это жопа какая-то просто. А, ну вообще, в принципе, не особо-то и далеко, на самом деле, но бежать туда точно не буду. Да это еще и через речку, через эту или что это у нас тут такое, озеро или речка, скорее всего, да? Которую хрен объедешь. В общем, надо будет посмотреть, что здесь у нас творится, но мне кажется, там тоже речка. Ну, короче, по кругу нам с вами пехать надо будет как-то. Где-то это дело объезжать. Ну, пешком туда точно добираться, вот где-то там, где тот домик, да, прям падает он. Ладно, пускай он там. Давайте мы сразу, на самом деле, даже сделаем вот так вот. Я все равно мерзну опять, да черт подери, чуть так холодно-то. Так, сейф вейпоинт. Давайте дроп. Дроп. Вот, все, есть. Пускай он там валяется, ничего с ним не случится. Так, я все-таки на всякий случай тогда возьму с собой плащик. Наверное, стоит, да, взять. А то что-то мы прям совсем замерзаем с вами. Так, похавать. Похавать, есть что-нибудь похавать-то у нас? Ну, осталось немножко хлеба, давайте сейчас его похрумкаем как раз-таки. Яиц много, мяса опять нету. С мясом проблемы, надо будет, может, поохотиться там по пути, если кто в лесу попадется. Но пока, честно говоря, что-то никого не видел. Но тоже не стоит терять надежды, конечно же. Так, хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Давай-давай-давай, кушай-кушай еще раз. И, в принципе, наверное, пока хватит. И водички тоже попьем сейчас, давайте. Ом-ном-ном-ном-ном. Чпоньк. Все, молодец. Так, у нас вода еще есть и обычная, я, в принципе, скипятил немножко, и загрязненная, да, и есть, и наркотик даже есть. Хорошо, так, мы сейчас с вами еще давайте сразу, знаете что, сделаем семена. У нас там сколько, у нас там 2 семечка было, да, 89, нет, на 89 не надо, нам надо с вами 48, сделаем вот так, все. Ладно, побежали пока, у нас бананы с собой возьмем, тоже эти. Если что, поедем. Так, у нас с собой ключ есть. Блин, ключей тоже вот уже осталось. Буквально это последний. Если мы с вами сейчас ничего не найдем, это будет немножко печально на самом деле. Ну, сами понимаете. Так, вот, по пути замечательно пособираем. Ой, что-то как-то лагануло. Пособираем гнезда, естественно. Вот хорошо жить в лесу, знаете, гнезда везде постоянно появляются. Вот, правда, что-то с животными туговато. Хотя я надеялся, что здесь животных будут тоже. Ну, только другие животные есть вот такого вида. Но, к сожалению, мяса нормального не покушаешь. А это немножко печально. Ну, ладно. Будем яйца варить, короче говоря, и из них все делать. Давай-ка по пути будем хоть... Угу. Сказал я и промахнулся мимо мелкого дерева. Но это нормально. Так, ну что, мы тогда, наверное, начнем вот с... Тут завод какой-то, да, у нас? Ойл, масло. Тут какая-то небольшая пристроечка. Давайте с пристроечки начнем. Посмотрим, что там есть интересного. Машин, может быть, все-таки разберем немножко, да, ради бензина хотя бы. Какое-то разрушенное здание. Ну, тут, на самом деле, я думаю, в этом городе тоже много всего, спокойно, интересного полутать можно, поэтому, в принципе, я думаю, все нормально. Так, а тут мы уже с вами, видимо, полутали, да? Хорошо. Тоже, знаете, текучки не забывать облутать, потому что в них бывает всякая полезная штука. Черт подери, как же у нас быстро пока еще стамина кончается? Это просто жуть какая-то. Ладно, погнали. Так, тут, я смотрю, железо. А можем где-нибудь зайти-то? Кланки Oil Corporation, завод какой-то. Да, блин, зараза. Я думаю, проще будет так сделать, чем железо ковырять. Хотя у нас кирка есть тоже нормальная, в принципе-то. Ну да ладно. Так, это мы с собой возьмем, пожалуй. Это ж сено. О, так. Слушайте, там можно сено сейчас будет точно набрать. Так, там еще второй этаж есть. На втором этаже тоже может быть что-то интересное. Так, я сейчас очень спокойно. Не надо громыхать, пожалуйста, только не надо громыхать. Банками, склянками и так далее. Да, слушайте, отлично, мы сено сейчас с вами наберем. Можно будет даже его не делать, если там вдруг оно нам понадобится. В любом случае, да? Здрасте. Дядька спит. Ну, не будем ему мешать. Просто, как сказать, немножко снотворного его добавим, чтобы он не просыпался. Он бутерброд, серьезно, в коробке. У дядьки то лучше лут, ботиночки хоть какие-то. Их можно разобрать будет. Так, тут еще коробки. Так, давай, собирай. Что в коробочке у нас? Понятно. Какая-то коробка фермера, короче. Так, ну что, поднимаемся наверх тогда, я думаю, да? Сейчас мы с вами так вот так сделаем. Ну так, знаете, немножко... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здрасте, дядь, ты тут один хотя бы? Тихо-тихо-тихо, подожди. Мне надо приготовиться. Я не был готов к встрече с тобой. Но сейчас ничего, сейчас мы справимся. Господи, сдохни, пожалуйста.
ручонками там своими машет он, а? Вы гляньте-ка так на него. Все, готовченко. Так, хорошо, спасибо. Ну, короче говоря, самое ценное, походу, это здесь реально перья получились. А ну, хотя тут еще коробочка есть и контейнер, может быть, в нем что-то. О, картошка, неплохо, семечко сделаем из нее. Супер, слушайте. Наш будущий огород радуется, я прям чувствую это вместе со мной. Так, РС, Р. Ну, черт, ты как-то не порадовал. Ну, все там ящик нормально будет. Так, лесенка. Вот какого хера? Почему я все время падаю с них? Не умею я в лесенке, короче говоря. Так, там мы смотрели, все. Тут еще на крыше может что-нибудь, какое-нибудь гнездышко, да, допустим, но... Да вряд ли. Ладно, хрен с ним. Так, там еще какой-то домик был небольшой, думаю, туда сейчас направимся с вами. Тоже посмотрим, что там есть. Так, вот здесь, я думаю, вода. Кстати говоря, ну, как бы вода у нас вообще... Нас не... Это меньше всего нас интересует, это именно вода. Так, я надеюсь, я тут ни на чем сейчас не взорвусь. Давайте посмотрим аккуратненько. О, водичка загрязненная, спасибо. Так, тут ничего нет. Там я ковырять ничего нахрен не буду трогать. Как говорится, не трогай гомно, оно и вонять не станет, да? Вот и я также задействую. Так, вот маленький домик еще тоже посмотрим его. Слушайте, а город-то тоже так не маленький, ни хрена, да? Вот туда еще, вон там какие-то здания вижу. Ну да, ну да. Будет что полутать. Закрыто, жаль, жаль. Так. Дядька, сейчас мы тебя это будить не будем, тоже аккуратненько, тихонечко. Вот так вот сделаем. А ты что поднялся-то? Тихо, ты не нервничай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тетя, ты как ты на холодильник-то забралась-то, боже мой. Такая дамочка большая на холодильник прыгает, ужас какой. Так, это, чтоб он меня не смущал здесь больше. Ну, здравствуй, тетя, здравствуй, ну иди сюда, на себе. Сейчас я буду долго с ней разбираться, наверное, да? Они же такие, бляха, муха. Они же такие, типа, это, чпоньк. Ну, ты в лицо попадаешь, эй, пофигу, она дальше идет. Ну, немножко пошатнулась, конечно, но такое. Да какого хера ты такой косой? Давай, друг. Тэнч. Во. Молодец. Зачатки Рубин Года все-таки есть тебе. Че есть? Гвозди. Интересно, где ты их таскала? Те самые гвозди. Так, все, надеюсь, здесь больше никого не будет, да? Там никто меня на бушку не упадет. Ну, вроде как. Ну, там какие-нибудь хреньки тоже могут быть так-то вообще-то. И хорошие, и не очень. Так, ну ладно, мы будем надеяться, что там есть что-нибудь хорошее. Водичка, спасибо, рецептик. А, хрен там бумажка, но тоже неплохо. Так, давайте-ка ящичек, пожалуйста, разберем. Че у нас тут? Ну, плита, понятно. Две кастрюли, одна решетка. У нас и так этого добра, в принципе, навалом. Так, хорошо, что я фрейму с собой взял. А, посмотреть, что там есть сверху. Ой, башкой ударился, господи, боже мой. А, прям в балку вошел, неплохо. Это я неплохо придумал. Так, а здесь можно вот так. Да какого хера? Я же так не... Реально, холодильник работает, прикольно. Да чего ты башкой-то бьешься? Ну чего, что, потолок там, вот чего, поэтому и бьется. Да, я нормально уже запрыгну и посмотрю просто, что там есть, и все. Так, там ни хрена. Тоже ничего, да? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, знаешь ли, не очень-то и хотелось. Так, там есть еще маленькая зданица, и можно куда-нибудь потом будет куда-нибудь покрупнее зайти. Ладно, мы пока, наверное, там трогать не будем. Давайте все по этой стороне сейчас просто попробуем обыскать. Вон там машину вижу, правда, что-то как-то... Что-то, правда, как-то маленькая она какая-то. Я думал, она будет побольше чуть-чуть, ну ладно. Ну, в смысле, побольше машин. Так, ни хренашеньки нету. Где мой топорик для этих дел? Оп, все, до свидания. Ну-ка, покрышку мне, пожалуйста, хорошую. Так. Покрышка, ну, не очень хорошая, ну ладно. Ну ладно, мы отчаиваться с вами по этому поводу не будем, в принципе. Нам все равно главное сейчас бензин, да? Слушайте, настолько классный биом, что здесь даже в городе до хера нормальных деревьев. Прикольно. Так, ладно, все, покрышки отстаньте от меня. То я буду сейчас так на вас отвлекаться все время. Я бы хотел что-нибудь такое побольше бы залутать. Так, вот тут машины стоят. Блин, ключик бы найти еще нормальный. То мы пока с вами делать еще не умеем, и, видимо, еще не скоро. Охереть, такая куча из остатков здания. То мы, походу, еще не с вами не скоро научимся металл этот нормальный делать. Так, что я там говорил-то, нам Science 3 нужно, да, вкачать, и что-то еще. И что-то еще. Steel's Meeting, вот оно сейчас. Эй, господи, запутался в наушнике. Steel's Meeting, Science, Tools Meeting, вот. Tools Meeting, это, короче, капец, это нам нужно будет на 6, 40-й левел, ёптеть, мопти. Ну, короче, да, очень не скоро еще, поэтому меня хрен узнает, как нам с этим быть. Но, видимо, короче, аэродроп нас подождет. Видимо, нас действительно подождет. Ну, в этом, в принципе, ничего страшного и нету. Так, я бы хотел зайти, наверное, сюда тогда. Там заправка, смотрю, есть. Там до хера, наверное, всякого интересного. Здесь, в принципе, мне кажется, может быть как раз такие ключи и все остальное. Давайте разберем машинку. Ладно, так уж и быть. Раз уж мы сюда пришли. Мне, пожалуйста, топливо побольше. Во-о-о, да-да-да.
плюс 7. Можно, мне там нравилось, когда мне показалось, что у меня плюс 20 было. Будьте любезны. Таких штук побольше. Плюс 19 тоже неплохо. Давай топливо крикую. Плюс 16, плюс 8. Вот хорошо. Хорошо. 108. Ну, конечно, не шикарно, но и неплохо. Так, надо на то забраться. Если я ударю сюда. Ладно, я здесь заберусь. Здесь точно помягче, наверное, будет. Это не факт, конечно. Ну, майнинг тулс потихонечку качаются. Тоже, значит, меньше с вами стамины будем тратить и всего такого. Это ли не здорово, это не хорошо ли? В смысле, еще одна хрень висела, подставная. Обманула нас. Так, все, проходик мы себе обеспечили. Ну, сейчас, друзья мои, тут просто лутать не перелутать, да? Тут только одних контейнеров, они пусты какие-то почему-то. Да хренище просто. Так, давайте-ка я, наверное, сразу буду разбирать, что нужно разобрать. Атлетика вот тоже поднимается. Неплохо, неплохо. О, господи, у меня так солнце сейчас начало слепить мне в глаза, я прям ничего не вижу. Так, машину разберем. Слушайте, а с машинки-то нам упал неплохой такой мотор. У нас, по-моему, в мопеде фиолетовый стоит, если не ошибаюсь, да? Но нам в любом случае, конечно, пригодятся моторы все эти, потому что... Так, тут, наверное, топливо тоже есть. О, хорошо, как хорошо. Слушайте, я забыл, что в таких штуках может быть... В заправках может быть много топлива. Моторчики нам все равно пригодятся, потому что мы там, во-первых, генераторы, да, потом делать начнем, и все... О! Все остальное мы уже изучали, ну ладно. Кстати говоря, все рецепты, которые были у нас на продаже, по-моему, тоже похерил, к сожалению, когда вылетал. Ну ладно. Ну да, тут реально какой-то нефтяной завод, походу, да? Очень похоже на то. Так, спасибо. Все мусорные кучи обязательно нужно облазить. Сейчас закончим снаружи, а потом... Мне вот интересно, а если разобрать, там какая-нибудь хрень польется оттуда или нет? Ну, нефти-то как бы вроде как нет. Так, башня из металла. Башня из металла. Это неплохо. Можно раздолбать низ, чтобы она обрушилась нам на голову, да, вообще будет замечательно. Не, ну если аккуратно раздолбать, то... Да, ну что ты встаешь, дорогой мой, ну что ты встаешь, ну, серьезно. Ой, вот, правильно, лежи, лежи, отдыхай. Я же не хотел тебя будить, я хотел просто подойти и... Все. И все, чтобы ты не мучился. Так, спасибо. О, дядька стоит. Что-то там курит, наверное, да? Хоп, минус. Нормально сложила. Клей. Так, это все неплохо, это все пригодится. Так, дядька, до свидания, отдыхай. Ну что, заходим, так сказать, с запасного... Кто-то уже рычит, да? Запасного выхода зайдем. Чтобы это самое, никого не обескураживать там сильно. Какой-то кабинет, походу, да? Так, есть еще у меня дубина. Я предупредил. Так, ну тут вроде нет никого. Это, наверное, на улицу, я так думаю, да, вход? Закрыто. Так, там какая-то хрень. Нам нужно лутать. Твою мать. Так, сейф стоит, зараз, закрыт. Ну, вот его, я думаю, сейчас уже можно, в принципе, будет попробовать вскрыть. У нас, как-никак, кирка-то есть с вами. О, кофеечек. Неплохо, неплохо. У нас, как-никак, есть с вами... Шмоточки. Так. Угу, давайте, давайте. Это все нам пригодится, конечно же. Нам все, абсолютно все пригодится. Так, это мы можем разобрать, в принципе. Топором, наверное, да, лучше все-таки. Да. Оп. Неплохо. Кожа и железо. Хорошо. Все, что нам нужно. Все, что нам нужно. Так, что я хотел? Я хотел попробовать сейф расковырять, да? Ну, такое, конечно. Долго, но можно. Давайте расковыряем. Давайте, вдруг там что-то прям вообще супер интересное будет. Фух, расковыряли с горем пополам. Конечно, да, пока еще долговато получается, но что поделать. Так, запчасти на оружие и бумага, да? Куски бумаги. Так, что мы здесь еще разбираем? Это разбираем. Это разбираем. У-ху-ху. Вроде все пока, да? Хорошо, хорошо. Так, здесь мы с вами все посмотрели. Теперь мы можем зайти вот сюда. Посмотреть, что-то, что есть. Да почему все двери закрыты, елки-палки? Что все так закрыто, блин? Тот же гребаный... Нихера себе, тут прямо это, грейженные блоки, что ли? Нихера себе, бетонные, которые, типа, да? Потом металл улучшен. Охренеть. Ну, походу, ну, он похоже на них, по крайней мере. Так, ну тут, походу, ничего не разберешь. О, там сверху есть что-то, смотрите-ка. Ну, там, я думаю, туда как-то можно еще попасть по лестнике, наверное, по какой-нибудь. Так, ну вот эти штуки потом можно будет разбирать. Электрические, электронные. Так, наверх туда по-любому нужно попасть. Это, я так понимаю, улица, да?
здесь? А, нет. А, да. Окей. Хорошо. Так, здесь же тоже улица, да? Ну да, здесь ничего другого быть не может. Тогда нам нужно с вами вовнутрь зайти. Вот сюда, может быть, даже. Давайте попробуем посмотреть, что там есть. Тут такое здание тоже, знаете, не маленькое. О, там бочек. Нихера себе, столько бочек мы сейчас с вами налутаем. Вот и лестница на второй этаж, по ходу дела, да? Так, ну это дверька туда же, откуда мы вышли. Так, ящики всякие, хренящики. Еще топливо сейчас немножко лутанем. Тихо-тихо-тихо, не шуми. Не шуми мусором, пожалуйста. Тут даже несколько этажей, я так понимаю, да? Отлично, отлично, будешь что подзалутать. Так, есть тут ничего нету, я понял. Давайте здесь все соберем. Там еще дядька, надо не забыть про него, или тетька, не вижу, кто там лежит. Так, немножко топлива, спасибо, 1000 уже есть. Может быть, даже хватит до нашего этого доехать. Так, он так неудачно лег, блин. Правда. Как бы так в голову попасть. Но не попаду ему в голову все равно. А, да ладно, сдох все равно. Неплохо. Неплохо. Так, давайте со светом включенным. Слушайте, реально, это можно бочки сейчас собрать. Сейчас сделаем. Сейчас так и сделаем. Соберем. Ну, что, добро пропадать. Все равно никому не нужно стоит такое, да? А нам-то бочки пригодятся. Так, спасибо. Сколько же тут бочек, елки-палки. Вообще огонь. Тут они, походу, заполнялись, да? Заполнялись топливом или нефтью, или чем там они. Или маслом. Ну, не суть. Так. Я слышал какой-то звук нехороший. Так, там мы везде были. Нам надо с вами наверх по лестнице. Наверх по лестнице. Хватит там скакать. Кто там прыгает? Так. Это кто-то, видимо, снаружи, что ли? Или выше, не понять пока не могу. Твою мать. Кто прыгает здесь? Наверное, там выше, скорее всего, да? Ну ладно. Так, тут еще комната есть, между прочим. Надо туда тоже зайти. Обязательно. Так, тут ни хренашеньки нет. Давайте. Постучимся в дверь немножко. Тук-тук-тук, это я, твой друг. Угу, тут что-то... Воу! А да ладно, он даже не отреагировал. Лол. Он даже не отреагировал. Мы просто как ниндзя проскочили мимо. Просто как, не знаю, как скоростные флеши какие-нибудь. Так, господи, давай. Ну, в смысле... Давай вот так. Натя в голову, отлично. Хорошо зашло. О! О! Отлично, то, что нам нужно. Мы, кажется, сможем... Я, правда, не помню, что оно делается. В смысле? Вы видели? Ну вот какой, черт, ну я же убил его. Что это за херня сейчас была? Или я не убил его? Ну, короче, ладно, мне показалось, наверное, что я убил его. На самом деле, нет. Как-то странно это все было. Ладно, так. Тут, видимо, ни херашеньки нету, да? Так, а мусор мы этот посмотрели уже с вами? Нет, не посмотрели. Наверное, все-таки свер... Лол. Ой-ой-ой. Смотрите, куда мужик забрался, видели? Интересно. Так. О, господи. Понятно. Тут эти полуторные блоки какие-то стоят. Которых так просто не заберешься. Так, дядь. Ну, это не он рычит, понятное дело, потому что ему вообще до фонаря, он там спит, лежит, отдыхает. Сдох хоть? Надеюсь, что сдох. Ладно, мы тебя подойдем сейчас к тебе поближе, попробуем. Как же вот это раздражает, когда кто-то рычит. Типа ты не понимаешь точно где, но знаешь, что кто-то рычит и хочет тебя сожрать. Серьезно, молоток? Окей, спасибо. Ну, полюбасу где-то здесь, да? Какая-нибудь хрень. Полюбасу, где же ей еще быть? Ей. Ну ладно, ладно, порычи там пока, постой, порычи. Так, я хотел бежать туда посмотреть, может быть, там все-таки что-то было бы. Но здесь реально все из железа сделано, здесь можно столько его наковырять. Нет, это, видимо, просто ходы сделаны специально для этих, для техобслуживания всяких вот этих штуковин, баков и так далее. Так, ну что, заходим сюда тогда, я думаю, да? Здесь мы тоже обязательно должны посмотреть. Твою мать, вот это вот непонятные рыки вот эти. Так, еще сейф вижу. Кто-то что-то ломает. Главное, что не меня. Ну вот это сейчас сранено будет, задалбывает своими звуками. Просто вообще вот раздражает, ладно. Ладно, ладно, ничего страшного. Так, тут, смотрите, тут зато вообще можно разбогатеть. Раз, сейф, два, сейф стоит. Супер. О, 28 левел, отлично. Откуда-то она ломится. Или он, я не знаю, кто там. Ну, короче говоря, откуда-то кто-то ломится. Книжка по краске, да? Мы уже изучали такое, хорошо, я понял. Так, сейчас нам нужно будет сейф ломать. И сейчас еще здесь посмотреть обязательно, что тут есть. Бумаги берем кучу. Главное, чтобы она внезапно просто около нас не оказалась.
Как это частенько бывает. Все будет тогда хорошо. Так, я, во-первых, разберу стулья тоже. Давай. Эть. Кожица нам пригодится, и да и металл тоже надо. Спасибо. Ну что, будем тогда долбать, я думаю. В принципе, да. Сейфы. Так, ну что ж, давайте смотреть. Первый сейф у нас... Так, ружьишко, 8 патронов, денежки. Плохо, неплохо, в принципе. Так, а здесь что у нас? О, пистолет, патрончики и часть на хантинг рифл. На ружье на это. Охотничье. Так, ну что, неплохо, неплохо, скажу я вам. Так, и это же не все, естественно. Тут у нас... А, ну это вообще пристройка такая была, я понял. Вот написано масло, да, интересно, эти разбить, что там будет. Может быть, там будут какие-то действительно штуки интересные, но это не точно. Ладно, так, зайдем сюда теперь давайте. Тут видим сначала топором нужно поработать, да, немножко. Чуть-чуть совсем. Так, мне кажется, здесь кто-то был, должен быть, наверное. Ой, какая странная штука здесь. Это вообще ж... туалет. Очень странный туалет. Очень странный, прям. Максимально, знаете, такой дешевый, типа. Сэкономили на туалете, видимо, ребята. Ну, так часто бывает, начальники экономят. Им нужно экономить, иначе они сами не вывезут никак. Предприятие просто не выживет. Спасибо. Это мне очень нужно, хоть и не целый, но все равно. Так, где ж ты орешь-то, какая-то зараза бесячая. Сейчас пойду тебе палкой по башке надаю. Слушайте, не здесь что? А, вот там в комнатке еще есть. Сейчас зайдем, обязательно посмотрим. Так. Что нам можно разобрать с вами? Давайте разберем. Так, это разберем, скрапнем. Это скрапнем. Да, в принципе, вроде бы... Так, вот это скрапнем. Это скрапнем. Так, 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 так. Ага, вот это скрапнем. Земля, серьезно, нахер нам нужна? Так, земля, земля, земля. Ну, вроде все. Вроде бы пока что все. Сколько ж мы с вами сейчас лута сразу принесем? Это прям очуметь можно. Закрыто, естественно. Так, кирка, твой выход, давай. Помогай нам, дорогая. Чпоньк. Так, тут какой-то пункт управления больше не... А где ж ты орала-то? Где ж она орала? Может, ты реально снаружи где-то? Ну, вы слышите, сейчас перестало вообще, типа. Странно это все как-то. Ладно, здесь ни хрена, видимо, нет. Ну что, вроде все, да? Вроде все получается. Так, я не понял, где кто орал. Тут вроде бы больше негде орать, только если действительно на крыше кто-то не орал бы. Может, а либо снизу там, да? Ну, мы вроде все с вами посмотрели. Так, сейчас, да, вроде все с вами посмотрели, там же выше все, выше уже нет ничего. Или есть, подождите. Стойте, стойте, нет, нет, вряд ли. Да, 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 все, это крыша дырявая, все, точно выше больше ничего нету, поэтому... Так, аккуратно, аккуратнее нужно с этими прыжками, знаете, а то до добра не доведут. Можно так и окочуриться нечаянно. А, вот ты где, а как ты тут появился-то, откуда вообще? Голубчик, тебя ж не было. Взял, что-то проявился, зачем? Только мозги натрепал. Заставлял нервничать, переживать, что нас кто-то ищет, кто-то ждет, а это всего лишь ты. Ну, давай. Ну, хоть что-то принес, то молодец, там, обезболивающее. Обезболивающее, конечно же. Так, это мы смотрели? Все, да, что у нас с топливом в итоге? У нас есть 800, маловато. Маловато что-то. Так, тут всякие кондиционеры еще, конечно же, потом можно будет разбирать. Ну, короче говоря, у нас проблем на самом деле с вами не будет. Ни в запчастях, ни в каких, да, там. Ни в механических частях, ни в чем вообще. Ключик мы с вами тем более нашли еще один, замечательно. Так, ну что, мы здесь с вами пойдемте туда еще посмотрим, что это такое за кусочек здания. В принципе, с этой стороны мы с вами, получается, закончим, да? Ну, говорю, не считая только всяких металлов и прочей хрени, именно в плане лута. Чпоньк, чпоньк, понятно, нет ничего. А, я так понял, кстати говоря, что вот эти покрышки, они дропают с вероятностью 30%, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, что, кстати, на самом деле довольно-таки неплохо. То есть, я думал, гораздо хуже там процент. Сколько здесь, смотрите, мы полянку нашли. Давайте пособираем здесь немножко растений. Так, ну что, давайте зайдем все-таки сюда, я думаю, да? Посмотрим, что здесь за контейнеры есть такие. Вот всякая еда, вода. Тень, стульчик заберем, покрышку давайте попробуем собрать. Оп, не дропнулось. Ну, вот, казалось бы, да, 30% вроде бы не так и мало, но и тоже не особо, чтобы часто они дропались. Так, у нас 5 часов...
Пойдемте попробуем заправить наш мопед и, может быть, в сторону лута съездить. Заодно окрестности немножко посмотрим. Посмотрим, что тут у нас есть в округе. Блин, почему нет гребаных животных? Камон, это же лес. Тут прям отличный биом для животных. Животные, давайте, появляйтесь, пожалуйста. Вы мне очень пригодитесь. То я не хочу каждый раз мотаться вот тут сюда или сюда. Понимаете, да, в такой, в другой немножечко биом. Смешанный, так скажем, где не только хвойные, но и другие листы. Опа-на. А как-то я так не замечал. И правда, пещера, слушайте. Ну, давайте зайдем, чего нет. У нас место хоть есть еще там? Ну, так, чутка. Сейчас скрапнем что-нибудь. Что-нибудь скрапнем, давайте, оп-оп. Так, ну тут этот нитрат или как его там? Грибы, кстати говоря, есть. Грибы соберу. Грибы я точно соберу. Куча нитратов, в принципе, они пока нам не особо нужны. Пускай здесь и будут. Главное, чтобы будем знать, что здесь пещера есть. А вот грибы реально пригодятся. Грибы это реально пригодятся. Вот это белый нитрат. Так, собираем грибы. Из них как раз таки тоже, собственно, сделаем семена. Потом с землей, да, смешаем. И будет здесь счастье. Ну, неплохо. Пещерку нашли. Так, если нам понадобится нитрат, мы знаем, где его искать. Вот здесь, пожалуйста. Ковыряйся, разрывайся и так далее. Тут, кстати говоря, по-моему, железа есть немножко. А у нас с собой нету этой... Блин. Стойте, железо я не помню, она ковыряется как она? А, ну, собственно, киркой, да. Ну вот, железо в зале же есть. Ладно, потом придем как-нибудь, когда немножко полегче станет в плане инструментов у нас. А то пока этим тоже долговато ковырять будет. Ну, с другой стороны, мы сейчас с вами спокойно за счет этих камней выживаем, да, вот таких маленьких. Там тоже железа достаточно, в принципе. Мы ковыряем, переплавляем его, поэтому пока даже можно не запариваться. Но потом, конечно, чуть получше кирки станут уже, когда другую будем делать, эту стальную, которую... Вот тогда можно сюда будет зайти, ковырнуть и все остальное. Так, все, хватит собирать, беги давай. Беги давай к мопеду, беги, а то сейчас опять ночь настанет, будешь... Это самое, шарахаться всего подряд. Так, может быть, все-таки успеем до лута сгонять с вами. Так, забежал домой просто на секундочку, чтобы просто сбросить хотя бы один ряд шмоток. Конечно, вряд ли в ящике столько будет всего много. И еще не факт, что мы сейчас доедем, может быть, это будет очень далеко. Так, нам нужно, главное, сейчас заправиться. Давай, пинг. 50%, серьезно. Это нам, блин, с вами смотаться до старого жилья и обратно. Ладно, погнали. Так, нет, стой, не погнали, подожди. Нам как ехать-то вообще лучше? Ну, здесь мы вряд ли, тут, скорее всего, вода. Тут, скорее всего, вода. Но мы можем это проверить, конечно. Но у нас, блин, топливо драгоценное вообще-то, знаете ли. А, или стойте, или там все-таки можно проехать вот там вот где-то. Или там просто... Ну, сейчас посмотрим, сейчас доедем, увидим. Надо проверить. Заодно будем знать ходы, если что. Секретные. Так, смотрите, тут, кстати говоря, то ли клад... Нет, там, скорее всего, пещера какая-то, да? А, кладбище, слушайте, правда, надо будет подзалутать. Так, ну, пожалуйста, пожалуйста, тут совсем узкое место же есть. Давай. Проедем. Слушайте, это отлично. Супер, здесь проход есть у нас. Класс. Класс. Неплохо. Прямо замечательно. Я прям даже обрадовался. Так, тут по-моему, пещера. Что за хрень? Тут пещера, да? Или нет? Казалось. Как будто пещера. Ну ладно. Не суть, нам сейчас с вами надо в это. Господи, тетя, ты что такая? Так, там домик на... А, вот и дроп, собственно, вот и дроп. Так, тут какая-то сумочка есть еще, смотрите-ка. О, баночка. Кто-то у вас там нарожалось, такой-то зомбари-то. Вот наш город, кстати говоря, вон наш домик виден отсюда. Прикольно. Так, ну хорошо, домик-то, кстати, такой неплохой тоже. Это как мы с вами первый дом нашли, ну не первый, вернее, второй, по-моему, да? В другом прохождении. Так, давайте-ка, что тут у нас? Рецепт на Калашникова читаем. Аптечка, антибиотики, пейнкиллеры, фонарик. Ну, такое. Нет, конечно, неплохо, что рецепт. Так, я байк потерял из виду. Неплохо, что рецепт на АК-47. Так-то вообще-то, да, но... Ничего, опять же, сверхординарного, в общем-то. Но, с другой стороны, чего я ожидал? Чего я от этого ожидал? Как бы оно и понятно, что так и будет. Так, друзья мои, ну что ж, на этом серии мы с вами давайте будем завершать тогда.
Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами, как всегда, увидимся уже в следующей серии. Поэтому всем до скорого и пока-пока.